Мы собрались здесь, чтобы связать два любящих сердца узами брака. Навеки вечные. Жених может поцеловать невесту. Это лучший день в нашей жизни. Давайте веселиться! Пранкер? Спасайся, кто может! Пудинг, скажи, что это шутка. Нет! Прошу тебя, очнись! Поверить не могу. Да уж. Проверим пульс. Ну, все ясно. Он мертв. Этого не может быть. Увы. Я просто так не сдамся, пока не докопаюсь до истины. Что ж, справедливо. Обозначим место преступления. С дороги. Я сама во всем разберусь. Должны быть хоть какие-то зацепки. Разбитый бокал. Очень подозрительно. Нужно провести анализ. Да это же знаменитый коктейль Wednesday. Точно, это ее фирменный рецепт. Ну все, тебе крышка. Мне? Нет! И я даже знаю, как все было. Wednesday работала в своем баре, как вдруг к ней подошел пранкер. Эй, бармен, хочу пить. Пожалуйста. Но прежде деньги на кассу. Деньги, вот, сдачи не надо. Да как ты смеешь? Окей, посмотрим, как тебе придется по вкусу мой особый рецепт. Прощай, пранкер, скучать не буду. За счет заведения. Что? Я этого не делала. В таком случае мы кое-что проверим. Ну нет. Если ты ни при чем, докажи это. И сама попробуй свой ядовитый пунш. Легко. Я как-то странно себя чувствую. Ага, сейчас подействует. Вот ты и попалась. Что? И это все? Ну и ну. О, кажется, я ошиблась. Постой, а как же вещь? А он-то тут при чем? Ага, ты укрываешь сообщника. Вот как все было. Деньги на кассу. Деньги? И поживее. Вот, держи. Сдачи не надо. И снова не угадали. У вещи есть железное алиби. Он на отдыхе. Такие дела. Ладно, ты нас убедила. Окей. Да уж. Ого, кто выключил свет? Ой, я случайно. Постой, выключи снова. Хорошо? Глазам своим не верю. Что это за странные следы? Они ведут к люку. Чичи-вау! Включите свет. Как скажешь, Харди. Кажется, мы напали на верный след. Стоит проверить. Вперед, подруги. Так. Кто это тут у нас? Обожаю играть в приставку. Вкуснятина. Эй! Дай сюда. Ой! Ну все, вы меня здорово разозлили. Ничего не выйдет, ниндзя. Это мы еще посмотрим. Ой. Боюсь. Ладно, ваша взяла. Расскажи, зачем ты убил пранкера, Рафаэль? Чего? Я его не убивал, можете мне поверить. Садись, живо. Рассказывай. Хорошо, хорошо, все было так. Я тренировался в своем секретном убежище, как вдруг... пицца. Этот запах я ни с чем не спутаю. Оу, чего же я жду? Я побежала за своей сырной добычей. Ай!
Не тяни так, Молли. О, да! И тогда я увидел целую стопку горяченьких пиц. Кто здесь? Показалось. Гости будут довольны. И Рафаэль тоже. Я подкрылся и стащил все коробки. Что за дела? Но затем я увидел бэтбоя, который залез в логово черепашек. Я не мог в это поверить и спустился вниз. Да что это с ним? Никому ни слова об этом. А что ж, ладно. Вот и все, придраться не к чему. А, снова облом. Убедил. А это не твоя пицца. Аривидерчи, Рафаэль. Пока-пока. Мы найдем тебя, бэтбой, чего бы нам это ни стоило. Куда же спрятался этот плакса? О, мы на верном пути. За мной. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тише, я сама. Привет, бэтбой. Я никого не ждал. Придется использовать старый добрый метод. За дело, подруги. Динамит на позиции. Раз, два, три. Что? Вы совсем ку-ку? У нас к тебе серьезный разговор, бэтбой. Это ты убил пранкера? Нет! Нервничаешь? Виновен и никаких возражений. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Постойте! Я все расскажу. Ладно, выкладывай, что у тебя там. Дело в том, что я люблю Уэнсдей. Это правда? К сожалению, да. Все было так. Я пришел, чтобы во всем признаться. Принес цветы и вел себя как джентльмен. Привет, бэтбой, чего тебе? Уэнсдей, ты выйдешь за меня? Нет. Мое сердце было разбито. Я очень расстроился. Но не хотел, чтобы кто-то видел мои слезы. Вот так все и было. Это правда? Угу. Что ж, ладно. Пока, бэтбой. Извини за дом. Есть ли у меня шанс? Ну все, я сдаюсь. Я тоже. Эй! Смотрите, здесь есть камера. Точно! О-оу! Сейчас мы узнаем всю правду. Отлично! Все за мной. Ох, не нравится мне все это. Остался последний. Салют, мистер, ты нам нужен. Вы кто такие? Я Харди, и мне нужно узнать, что внутри этой камеры. Серьезно? Только взгляните, не самый удачный ракурс, а? Да как ты смеешь издеваться над Харди Вин, а? Я что? Я ничего. Вот, записи, видеонаблюдение. Это мой шанс. Молли, что все это значит? Я пыталась тебе рассказать, но... Эй, от меня не убежишь. Попалась. Придется устроить допрос. Советую с нами сотрудничать. Ну, ладно. Хорошо, я во всем признаюсь. Я залепила камеру, чтобы никто не видел. Как я собираюсь пообедать. О, да, я полакомилась на славу. Спасибо, Уэнсдей. Это была славная трапеза. Так сытно. Я давно не ела. Эй, а ну работай.
ребята, скорее ставьте лайки, и тогда компьютер заработает. Чичи-вау! Спасибо! Итак, каков же результат? Чистая правда! Фух, я спасена! Вы даже не представляете, как я рада! Так кто же убил моего пудинга? Похоже, мне не суждено будет узнать! Что такое? Уэнсдей, я знаю, что случилось с пранкером! Мы с моим возлюбленным летали по комнате, как вдруг пранкер начал зевать, и я потеряла своего любимого. На помощь! Постойте, я поняла. Кия! Где я? Любимый, ты жив! Как же я счастлива! Пудинг, с тобой все в порядке. Давай больше никогда не расставаться. Уэнсдей, ты гений! Любимая! Ох, спина затекла! А, Молли, ты выглядишь неважно! Вы о чем? Тут такое дело, взгляни на себя! Ужас! Прошу меня извинить! Обожаю математику! Эй, аккуратнее! Тимоти Уилсон! Он такой красавчик! Ну просто отпад! А что это у него в руках? Королева вампирской школы? Да это же я! О, пора на прогулку! Джеронимо! Я бы хотела заполучить корону. Вот чудачка, опять о чем-то мечтает. Эй, Зубрила, смотри сюда. Эй, эй, а ну перестаньте. Да уберите же свои камеры. Вот, держи салфетку. Лузер! Точняк, перед вами самый настоящий лузер. Тебе здесь не место, книжный червь. Уходи! Она еще и растяпа. Мне жалко на это смотреть. Ну вот, теперь будет ссадина. Воу, что это? Вампирский бьюти-бокс? Ого, ну и ну! С ума сойти! Сколько тут всего! Полный вперед! Я стану настоящей красоткой! И тогда Тимоти точно в меня влюбится! Ух ты! Вампирский чек-лист! Пункт номер один. Чистая кожа. Я справлюсь, ведь я Молли Смит. Ну-с, погнали. Ребята, я просто обожаю нашу работу. Готов заниматься ей целыми днями. О да, это точно. Мы заполоним все лицо. Эй, а это кто еще такой? Пора очистить эту планету. Руки прочь! Ха-ха, я предупреждал! Ки-я! Вот так-то! О-оу, Хьюстон, у нас проблемы! Катись отсюда! Ну вот, сломалась. Попробуем вакуумный очиститель. Надеюсь, этот гаджет поможет. Никто нам не указ! Это точно! Ого, смотрите-ка, кто вернулся! Hasta la vista, baby! Вот тебе, получай! Ну все, вы мне надоели! О, нет, пощади! И не подумаю! Нет! Миссия выполнена! Вот это действительно круто! Чистая кожа есть! А что у нас дальше? Избавиться от усиков? Что ж, это можно! Надеюсь, у меня получится! Вот и настал час расплаты! Кто не спрятался, я не виновата! Кавабанга! Кия, кия, кия! Получайте! Вот вам! Я пошинкую вас как капусту! О, кто это у нас тут? Ки-я! Эй, что за дела? Ой, на помощь! Ого, их стало еще больше! Ужас!
Бьюти-бокс, нужна твоя помощь! Эпилятор – то, что нужно! А если будет больно? Красота требует жертв! Ого, да это же Ти-рекс! С этим парнем лучше не шутить! От волос не осталось и следа. Принимай работу, Молли. Все готово. Ну надо же, как гладко. Теперь-то мы с Тимоти станем настоящей парой. Ты моя королева, любимая. Наш первый поцелуй. А, что за вонь? Упс. Мои зубы. Это никуда не годится. В бьюти-боксе должно быть нужное средство. Вау. Зубная паста. Ну, конечно. Воу-воу, ты чего это? Всем салют. Да это же зубная фея. Обалдеть. Ио, ну и запах. Ахалай-махалай. Не волнуйся, дорогая. Я мигом все исправлю. Ну, вот я и на месте. Оу. Ну ничего, бывало и похуже. Приступим к уборке. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ого, ну надо же, сколько тут всего. Я настоящий профи. А теперь чистка зубов. Чуть не забыла про зубную пасту. Лей-лей, не жалей. Обожаю запах мяты. У микробов нет шансов. Ох, и работку ты мне задала. Фух, не время отдыхать. Готово. Ил. Кристальная чистота. Я определенно довольна собой. Чичи, вау. Вот класс. Зубная фея, это тебе. О, не нужно. Свой гонорар я уже получила. Мой зуб! Ну ладно. Пора приступать к следующему пункту. Маникюр? Очень любопытно. Ого, а я и не знала, что все так запущено. Скорее, нельзя терять ни минуты. Ванночка для рук – то, что нужно для идеального маникюра. Чем больше блесток, тем лучше. Домашнее спа у Молли объявляю открытым. Ю-ху! Обожаю пузырики. О, как приятно! Чувствую себя на миллион долларов. Ай, блестяще. Эй, а ну не подглядывайте. Вот это я понимаю, высший класс. Нужно выбрать лак. Но какой именно? Ума не приложу. Хм, ребята, какой лак выбрать? Ого, ну и ну. Идея, я выберу все цвета. Это будет бомбично. Эй, кто здесь? Глазам не верю. Как тебя сюда занесло? Только не бойся, все будет тип-топ. Вот так, добавим еще пару бликов. Ага, готово. Это моя лучшая работа. Чичи, вау, большое спасибо. Полный улет. Осталось просушить лак. О нет, кажется, это копы. Стоять не с места. О, он снова ушел. Говори, вы сообщники? Мое терпение на исходе. Один, два, три. Все готово. Ну просто космос какой-то. Пора привести в порядок прическу. Ой-ой, вот так сюрприз. Попробую расчесать. Хм. Макияж, значит. Но это проще простого. Ведь у меня есть супер-бьюти-гаджет. Давайте же скорее начнем. Воу-воу, мое лицо. Попробуем нанести тени. Ух ты. А если добавить стрелки? Круть. Супер. О нет, ребята, жмите лайки, чтобы приложение вернуло мне лицо. Ух ты! Спасибо, друзья! Остался последний пункт. Одежда. Пожалуй, пора подобрать новый образ. Посмотрим, что тут у нас. Только школьная форма. Вот скукотища. Эй, а что если? Я хочу подарить тебе эти цветы. А,
так мило. Идеальный вариант. А? Что это было? Понятия не имею. Прикройтесь, леди. Большое спасибо. Кажется, это мой размерчик. Опля, вампирично. О, что это? Да, моя корона меня ждет. Привет, красотка. Привет, ребята. Что, не узнали меня? Молли, вот это да! Эй, опять эта Элис ошивается рядом с моим крашем. Покажи ей, подруга. Получай! Ауч! Молли, ты выглядишь шикарно. Я знаю. И корона достается Молли Смит. Поздравляем! У меня для тебя кое-что есть. Ай, Тимоти. Ой, прости, мне надо бежать. Фух, кажется, успел. Тимоти, ты лучший. Ой-ой, это он. Выучила математику. Незаконно быть таким красивым. Эрика, соберись. Сейчас или никогда. Тимоти, я Алю. Кто это тут у нас? Он никогда не будет с тобой. Поищи себе другого парня. Продолжим на следующие перемене. Почему меня никто не любит? Я никогда не стану популярной. Всем привет. Кому тут нужна помощь? Только без паники. Ты же кукла. Это наш маленький секрет. Договорились? Чичи-вау! Не может быть! Настоящая Харди! Невероятно! И даже биту захватила. Обнимашки? Ну уж нет, подруга. А это что? Несчастная любовь? Я профессор разбитых сердец. И мы начнем с плана мести. У каждой красотки есть слабое место. Почему бы нам не укротить их каблучки? Или не сломать их острые ноготки? Я записываю, что сделать с каблуками? Подпилить, конечно. Это будет весело. Ты права. Никому не с места. В школе запрещены высокие каблуки. Я падаю. А сейчас разберемся с макияжем. Это неприлично, Молли. Где моя пудра? Она тебе больше не поможет, Кейт. Теперь твоя очередь. Длинный маникюр уже не в моде. И режешь. Вот. Не благодари. Действуй, подруга. Я справлюсь. Месть будет сладкой. А ты, Харди, идешь со мной. Ах да, чуть не забыла. Хотите на это посмотреть? Сегодня победит добро. Что это с ней? Сейчас я вам устрою. Еще немного, еще чуть-чуть. Мисс Эрика, у вас пила? А что, книги у нее уже закончились? Ко мне в кабинет, немедленно. Сесть, мисс Эрика. Ну, я... Они... Просто... Вы нарушили все школьные правила. Но... Они первые начали. Ха, кажется, я вовремя. Подруга, только не сейчас. Директор, не стоит так нервничать. Нет, Харди, нет. Что дальше, Эрика? Только этот пранк войдет в историю. Вы будете отстранены от занятий. Директор, не время сидеть. Что? Опять твои шуточки? Директор, мне очень жаль. А это вишенка на торте. Родителей в школу. Что произошло?
О нет, моей репутации конец. И кто здесь гений? Так что там с отстранением от уроков? Можете идти. Не будем вам мешать. Пока. Подруга, это победа. Возмутительно. Тема урока – проект «Вулкан». Это так волнительно. И к доске идет вы. Я. А, как всегда. Продемонстрируй нам свой проект. Ну, раз вы настаиваете. Где моя пятерка? Мисс Молли, это успех. Успех – мое второе имя. Поздравляю, Молли. Что вы, не нужно аплодисментов. Как ей это удалось? Меня не победить. Даже не пытайся, неудачница. Это мы еще посмотрим. Мисс Эрика, ваша очередь. Смотрите и восхищайтесь. Ой, что такое? Я же говорила, она неудачница. Мисс Эрика, все в порядке? О, да, с вулканами такое случается. Все это видели? Это провал. Мисс Эрика, это двойка. Но я так старалась. Все видели этот позор. И все-таки я неудачница. Подруга, ты меня звала? Вулкан не работает. Подумаешь, двойка, мы это исправим. Я знаю один вулканический секрет. Доверься мне. И последний штрих. Готово. А теперь иди удиви всех. Я это сделаю, Харди. Вы ничего не понимаете в искусстве. Не сейчас, красавчик. Мисс Эрика, у вас уже был шанс. Не мешайте ученому творить. Как вам такое, миссис Сью? Чичи-чи-во, это супер! Перестань, эй! Это же лузер Эрика! Невероятно! О, останови это! Но я не могу! Что происходит? Спасите директора! Кислотная тревога! Это не учение! Мистер Адам, хотите увидеть мой вулкан? Опять вы, мисс Эрика! Куда торопитесь, директор? Юная леди, вы разве здесь учитесь? Только без глупостей. Или вы хотите, чтобы это фото увидела вся школа? Это нечестно! Мистер Адам, во всем виновата эта Эрика! Ее вулкан! Он! Это просто недоразумение. Мисс Эрика заслужила пятерку. Отличная работа. Ох, я опаздываю. Но What? Это как? Спасибо, подруга, ты меня спасла. Это моя работа. Харди, нам пора. Пристегивайте ремни и устраивайтесь поудобнее. О, Тимоти, я починю нашу любовь. Мы стали бы самой красивой парой. Пора действовать. Тимоти, давно хотела сказать, я люблю тебя. Но мне нравятся совсем другие девушки. Эрика, мы не пара. Как ты мог? Стоп, Харди, твой выход. Подруга, выручай. Эй, хватит спать. Мне грустно. Ты слышишь? Меня обидели. Значит, устроим луковый перекус. О, не сработало. А если так? Уже лучше. Нет? Самое время для милых котят. Малыш, ты такой самый обычный. Подруга, я без тебя не справлюсь. Он меня не любит.
И не обязательно так плакать. Харди, ты снова со мной. Тимоти не любит отличниц. Он любит такое. А у него есть вкус. Значит, ты станешь крутой девчонкой. Преображение начинается прямо сейчас. Добавим больше ярких цветов. Выглядишь на все 100. Я уже красотка? О, нет. Тебе не хватает яркой помады? И пара очаровательных аксессуаров. А теперь займемся твоей прической. Вау, впечатляет. Ты еще не видела главного. Свой новый наряд. Ребята, что понравится крутой девчонке? Это или это? Напишите в комментариях. Вы правы, чем больше черного, тем лучше. Мы чуть не забыли про металл. Чичи, вау, мне это нравится. А теперь покори его, детка. Как насчет свидания, Тимоти? Понимаешь, у меня уже есть девушка. А как же я? Извини, но у нас свидание. Харди, наш план провалился. Нет! Не торопись, красавчик. Помогите! Спрашиваю в последний раз. Харди, стой! Мы больше не подруги. Эй, полегче. Что происходит? Нельзя так решать проблемы, Харди. Тебе не место в школе. Тимоти, ты в порядке? Она просто сумасшедшая. Это была ошибкой, Харди. Прощай. Кто это? Я не ждала гостей. О, нет, грабитель. Ничего у тебя не выйдет. Полиция! Надо прятаться. Харди, подруга, нужна твоя помощь. Нет, я должна справиться сама. Тебе не сдобровать, негодяй. Есть кто-нибудь дома? Кажется, на горизонте чисто. Ты меня не испугаешь. Игрушки, ты серьезно? Нет, не приближайся. А что ты скажешь на это? Ой, мамочки! Ауч! Пора бежать. О, получилось. А сейчас займемся делом. Ага. Харди поступила бы так же. Yes. В укрытие. Полиция, где вы? И что здесь происходит? Полиция, ответьте! Спасите, тут грабитель! Кажется, ей нужна помощь. Ребята, давайте соберем больше лайков. И тогда я помогу Эрике. О, вы это сделали. Так и быть, я вмешаюсь. Что? Опять? Но это не остановит настоящего злодея. А здесь что? Ой-ой, там же Харди. Стоять, приятель. Это финал. Я слушаю. Эрика, подруга, прости. Кто это? Малышка, мы уже дома. Мама, папа, это вы. Самое время для семейного фото. Улыбочку. Знакомьтесь, это моя семья. Папа, мама и я. Мы были просто счастливы вместе. Пока однажды в нашу жизнь не пришла она, мачеха Пинки. Салют! Она разрушила нашу дружную семью и выгнала маму из дома. Забудь про нее. Теперь я твоя мама. О-оу, в животе урчит. Я хочу панкейки. О, что ж, так и быть. Сделаю тебе блинчики.
Вот только вспомню рецепт. Кажется, этого должно хватить. Щепотка муки. И молоко. Много молока. Я хочу есть! Ммм, превосходно! Приправим солью. Белиссимо. А теперь поставим в духовку. Я хочу есть! Немедленно замолчи! О, что тут за красотка? Какой странный запах! Мои панкейки! Ну, что за невезуха? Ты сожгла их! Ешь, что дает! Я это есть не буду! А вот от хлопьев не откажусь! Ой, кажется, здесь пусто! Ммм, вкусняшка! Обожаю хлопья на завтрак! Хочешь ложечку? Я иду в школу! Эрика, постой! Ты забыла надеть шарф и шапку! Но я не... Ой, ну просто душка! Ого, да там метель! Холодрыга! Ну, мне пора! Постой, не так быстро! А знаешь, а пожалуй, так будет лучше! Ну, пожалуйста! Как же холодно! Отправить ребенка на улицу? Доченька, померяй температуру. Да у тебя лихорадка! Это все вина тети Пинки. Скорее, нужен горячий чай. Не буду я делать никакой чай. Бегу, бегу. Не волнуйся, солнышко. Мы тебя обязательно вылечим. Вот так. Тебе скоро станет лучше. Нужно только принять лекарство. Ложечку за маму. О, ненавижу. Будет вам чай. Чай с соленым сюрпризом. Достаточно? Конечно, нет. А вот и ваш чай. Ароматный. Нет уж, спасибо. Да нет же, пейте! Только после вас. Ну, ладно. Какой кошмар. Мне нужно в туалет. Опс, какая неловкость. Ну и ну, обожаю видео с котиками. Откуда дым? Святые поварёшки. Какая нелепость. Без паники, я все исправлю. О нет, это любимая рубашка Роджера. Минутку. А что если... Дай сюда. Вот, держи. Милая, где моя рубашка? Тут такое дело. Сам посмотри. Детка, зачем же ты это сделала? Ну, я здесь ни при чем. Честное слово, это она! Глупости. Это все твоих рук дело. А вот и нет. А вот и да. Ладно, мне пора бежать. Опля, так даже лучше. Виновна. Спокойствие, леди. Я просто куплю себе новую рубашку. Иди, дорогой. А мы тут сами разберемся. Не трогай меня, злюка. Это я-то злюка. День рождения – самый любимый праздник. С днем рождения тебя! Загадывай желание, доченька. Надеюсь, ты это загадала. Билеты в Диснейленд? Чичи-вау! Ой-ой, с днем рождения. Что? Билеты в Диснейленд? Оу, а у меня тоже есть подарок. Вот. С днем рождения, малышка. Кактус? Это так мило. Нам пора собираться. Диснейленд ждет. Чемоданы готовы, пора в путь. О, я еду с вами. Ну что, когда вылетаем? Летим Эрика и я. Ведь я ее настоящая мама. Что это там такое? Я просто гений. О, какой тяжелый чемодан. Пойдем, детка, такси уже ждет. Ну, вот мы и в аэропорту. Остановитесь, мэм. Я должен проверить ваш багаж. Хм, как странно. Не может быть. What? Это какая-то ошибка. Ауч. Аккуратнее. Покажите, что у вас в чемодане. Ничего особенного.
О, моя голова. О, добрый день, мисс. Ваш билет. Приятного полета. Главное, чтобы меня никто не узнал. Добро пожаловать на наши авиалинии. А вы, леди, покажите багаж. Живо. А лучше я сама посмотрю. Не может быть. Игрушечный бластер. Оружие на борту запрещено. Приветики, вы пустите меня на борт? Конечно, мисс Харди. Приятного полета. А что касается вас, дамочка, я не понимаю, это всего лишь игрушка? О, какое красивое платье. Но это мое любимое платье. Конфискую. Ну надо же, вопиющая наглость. Напитки в полете запрещены. И как вам не стыдно? Но я же не хотела. О! Воу! Минутку! Это что, накладные усы? Так это ты! Ну да! О, взгляни-ка туда! Похоже, Эрика улетела без тебя! Только не это! Эй, а где же мама? What? Все в порядке, детка! Мамочка рядом! Ну надо же, не может быть, с ума сойти. Это вампирша такая хитрюга. Что? Не может этого быть. Упс, кажется, я слегка погорячилась. А, это вы? Рада тебя видеть, Эрика. А вам, леди, уже пора домой, пока. О, какая милота. Но это мое, отдай. Иди в свою комнату, живо. И вообще, приберись-ка тут. Здесь столько мусора. Не буду. Какие мы грозные. Твоя дочь совсем запустила комнату. Ну уж нет, папа, это все ее рук дело. Но, Эрика... Посмотри, что еще натворила твоя милая дочурка. Эрика, мне надоели твои выходки. Папа, это ложь. Юная леди, вы наказаны. Вот видишь, никто тебе не поверил. Придется убирать за этой противной мачехой. Но, похоже, выбора у меня нет. Я не хочу расстраивать папу. Как же мне все это надоело. Неужели так будет всегда? О, ненавижу. О, кажется, у меня появилась идея. Решено. Я ухожу к маме и больше не придется терпеть эту вредную мачеху. Они сами меня вынудили. Назад пути нет, только дорога к маме. Да это проще простого. Кажется, мне туда. Ой, нет, в ту сторону. Итак, я почти на месте. Это место не похоже на мамин дом. А ну отдай, это мое. Очень странно. А может перевернуть карту? О нет, кажется, я заблудилась. Эй, взгляни, Тони, у нас гостья. Хочешь конфетку? О, спасибо. Привет, как думаешь, помочь ли нам Эрике найти свою маму? Пиши в комментариях. Спасибо. Мы знаем, где это, пойдем. Вот здесь живет твоя мама. Бабушка, мама, как же я рада вас видеть. Но до чего трогательный момент. Откуда столько грязной посуды? Эрика! Не делай вид, что ты меня не слышишь. Почему ты не помыла посуду? Она еще и молчит. Просыпайся, наглая девчонка. Молоко и вкусняшки, как ты любишь. Наша бедная девочка, как же ты натерпелась. Это Пинки, настоящий монстр в юбке. А это идея, все лишнее в сторону. У бабули есть план. Мы должны отомстить обидчице. Ой, мама, а может не надо? Вперед, команда, чего же мы ждем? Моя голова! Алло, полиция, срочно приезжайте. Пропала моя падчерица. Найдите девчонку и как можно скорее. Мы найдем ее, мэм, не волнуйтесь.
Ага, попалась. Yes! Команда, за мной. Только тише. Готовы, девчонки? Тогда вперед! Чудесно! Ага, идеально! Несносная девчонка, я все равно тебя найду, так и знай! Ты не меня ищешь? Ты? Попробуй, поймай! А ну иди сюда! Ой-ой-ой, аккуратно! Стоять, кому сказала? Ну, и кто из нас лузер? Да как ты смеешь? Где эта малявка? А? Как странно. Фу, фу, гадость. Пинки, иди сюда. Вы разбудили во мне зверя. Ауч, мой нос. Сюрприз, дорогуша. What? Это унизительно. Да как они смеют? Это уже слишком. Беги, беги, трусишка. Дорогая, я дома. Пинки? С меня хватит, я от вас ухожу. Прощай навсегда, Роджер. Папочка, я так рада тебя видеть. И я тоже. А я так рад, что мы снова вместе. Ненавижу этот дом. Ненавижу эту девчонку. Не плачьте, мисс. What? Вампир! Ух ты, я тоже вампир. Класс.